Ну что, девушка, приехали, вот ваш подъезд, с вас 200 рублей. Я платить не буду ни за что, вас обслужим на нуле. В смысле не будете платить? Я вас забрал от магазина, довез до дома, как мы договаривались, 200 рублей даете, и мы расходимся. Ты что, попутал? Ну что, ребят, давайте разберем данную ситуацию. Когда девушка стала меня бить, я защитился подставками. Здесь ладошку поставил, здесь ладошку поставил. После этого я ее взял в объятия и зажал своими губами ее нижнюю губу, ребята. Это эрогенная зона у женщин. Я когда ее обхватил губами, она сперва стала сопротивляться, но потом поняла, что это любовь. И когда вас уже... вот эта вот любовь оковывает со всех сторон, тут уже выхода нет.